ona hapi da zabrani da se za henđe lijepo zuzi, to je zire se uz istatu kod staza rsku. Ova je ne pahle nisam, ja prosim da še uzi gdje, je kšuk se je zlohom skudje. Спасибо, присаживайтесь. Восьмая глава книги Екклесиаста, но сегодня кто у нас урочный чтец, кто будет читать? Да, пожалуйста. Если можно, да, вперед, пожалуйста, восьмую главу. 671 страница в Библии. Если кому-то нужна Библия, пожалуйста. Зачем же есть? Не слушал, зачем? Вот, восьмая глава, первый стих, пожалуйста, будьте добры. Кто подобен мудрецу? Кто понимает значение вещей? Мудрость посвящает лицо человека и смягчает его суровый вид. Да, спасибо. Итак, вот здесь у нас несколько переводов первого стиха в различных редакциях. Одна из них гласит: мудрецу кто подобен, это перевод масалетского текста, мудрецу кто подобен и кто знает разгадку. Мудрость человека лицо озаряет, и суровость лица изменяет. А другая редакция: кто подобен мудрецу и кто разумеет значение вещей. Мудрость человека просветляет лик его и смягчает суровость лица. И, наконец, перевод, новый перевод Священного Писания Российского Библейского Общества, оно звучит так. Кто сравнится с мудрецом, кто все разъяснит, мудрость освещает лицо и смягчает его черты. Что общего во всех этих переводах? Суровость лица, наверное, да? У человека при любом раскладе суровое лицо. Почему? Потому что мы с вами читали предыдущие главы книги Екклесиаста. Чем занимается человек на этой земле? Гонится за богатством, гонится за здоровьем, гонится за счастьем, гонится за тем, что в его социокультурной и религиозной среде представляется в превосходной степени. За чем-то хорошим, естественно. Он гонится, и каждый раз, рассмотрев и проанализировав ситуацию, царь Соломон делает вывод. И вот это тоже суета, и как Марк, суета, суета. Суета, суета. Но человек-то в погоне за целями, которые ставит, особенно если речь идет о каких-то мирских благах, да, он чаще всего желаемого не достигает. Потому что, как то известно нам в сказке, которую мы вспоминали, сколько бы ни было богатства, сердце им не насыщается. Сколько бы ни было мирских благ, сердце этим не насыщается. Если это имущество недвижимое, то хочется все больше и больше, комфортнее и комфортнее, и так далее, и так далее. Суета, вот эта погоня за мирским счастьем, вот этот вот образ, который мы с вами рассматривали, белки в колесе, да, который бежит всю свою жизнь, а сколько она бежит, царь Давид говорит, 70, если уже в силах, 80 лет, и в них же труд и болезнь, с вами псалтырь, да, слышали? То есть это было за 1500 лет, там, или за 1000 лет до Рождества Христова, через 2000 лет после Рождества Христова, всю свою жизнь человек на это тратит. Да, но это налагает или накладывает отпечаток, в том числе и на внешний облик человека. Суровость. Почему суровость? Потому что желаете, не имеете, говорит апостол, да? Желаете и не имеете. Вот это самое главное. Восточные религии на этот счет придумали собственный выход из ситуации. Какой? Не желать. И вот они борются с самими желаниями. Ну, мы как бы вместе с водой младенца выплескивать не будем, и поэтому, конечно, от желаний не отказываемся. Но речь идет о чем? О каких желаниях идет речь? Итак, мудрецу кто подобен? Кто знает разгадку? Мудрость человека лицо озаряет. Мудрость человека лицо озаряет. И суровость лица изменяет. Почему? Потому что когда человек начинает рассуждать не с точки зрения горизонтали, да, вот, горизонтали мы видим впереди некий объект, ставим его своей целью, достигаем и так далее. Но если мы посмотрим сверху, если мы посмотрим на нашу жизнь не глазами мирского конечного человека, которому неминуемо придет смерть, если мы посмотрим на нашу жизнь глазами Бога, глазами того, кто все это сотворил. Мы ведь, когда изучали с вами Священное Писание, с чего начали? Мы начали с изучения книги Бытия. Почему? Потому что в книге Бытия, Марк, что описывается? Это
сотворение человека и всего этого мира. И, соответственно, в этой же книге полагается и основание. Для чего? Смысл. Для чего это все создается? Точно так же и здесь, когда человек возвращается как бы к этим истокам, когда возвращается в потерянный рай, когда возвращается в Эдем, он возвращается к смыслам своего существования. Для чего существует он и для чего существует окружающее нас мироздание, с которым мы неразрывно связаны. И вот когда он возвращается к этому, тогда происходит какой процесс? Суровость лица его, то есть неудовлетворенность его желания, иначе говоря, а это очень серьезная вещь, это основа практически всех болезней, которые мы знаем, психических, душевных, духовных, да, оно что? Изменяет, или иначе смягчает, или иначе освещает лицо. Мы с вами термин такой используем, просветленный человек, да? Просветленный человек. А с чего он просветленный? Эгоист может быть просветленным человеком? Жадный человек, убийца, клятвопреступник. Мы таких людей можем называть просветленными? Итак, мудрость. Мудрость. В иврите мудрец хахам. Хахам. Мудрость, соответственно, хахма. Это еще и умелый, искусный, опытный в жизни человек. Просто мудрый человек. А вот слово давар. Слово, дело и вещь. Почему мы к нему обращаемся? Кто сравнится с мудрецом? Кто все разъяснит? Кто знает разгадку? Кто знает значение вещей? Вещь, дело и слово в иврите одним словом обозначается. Давар. Соответственно, кто подобен мудрецу и кто разумеет значение вещей, также можно перевести, кто знает, знает значение чего? Слова. Кто знает, разумеет значение дела. Не просто вещи на какой-то субстанции, да? А еще и слово, еще и дело. То есть мудрец – это такой человек в абсолютном смысле постигающий суть мироздания, только какой-то отдельной вещи. Да? И вот этот мудрец, у него просветляется лик. У хахама просветляется лик. Дедим Слепец в Святой Православной Церкви рассуждает по этому поводу. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость из-за постоянной погони за исполнением собственных желаний, и суровость лица его изменяется. И также, как невозможно опознать, что нечто есть белое тому, кто не знает, что такое белый цвет, и невозможно распознать знание тому, кто не осведомлен о том, что такое знание, так и узнать мудрого не способен тот, кто не ведает мудрости, по которой мудрый образован и от которой заимствовал имя свое. Он говорит, что мудрость человека просветляет лицо его. Не лицо телесное, говорит Дедим. Не член тела, но лицо внутреннего человека. И мы также, когда мы говорим просветленный человек, мы же не свет от кожи имеем в виду, который исходит, да? А, не лицо телесное, не член тела, но лицо внутреннего человека. Итак, это лицо внутреннего человека просветлено мудростью. То же самое суть. Мудрость, свет, слово, истина и иные понятия, приложимые ко Христу. Иначе говоря, у Дедима Слепца мудрый человек, это кто, Марк? Это Иисус Христос. Это христианин. А вы христиане, да. Это христианин, потому что христианин и служитель мудрости. Мы говорим мудрый философ, да, любитель мудрости. Но в отличие от языческого понимания этого слова, восприятие софос как суждение, да, мудрость, отвлеченное знание. В конечном счете речь идет о чем? О совокупности каких-то знаний. Мудрый человек, который знает больше. Ты знаешь больше меня, соответственно, ты мудрый. В глубоком смысле. Да. А в христианском понимании, христиане тоже именовались философами, особенно в Египте, эта традиция также была заимствована. Святые старцы, они тоже именовались философами, но философами уже в другом смысле. София – премудрость Божья. И, соответственно, сочетание человеческой души с премудростью Божьей давало возможность человеку, что делать? Становиться святым. Этот процесс, который мы в святоотеческой традиции называем обожением.
И, соответственно, приобщаясь к мудрости, человек просветлялся в прямом смысле этого слова. И как многие отцы, но, наверное, совокупности такой, там, святой Григорий Палама, наиболее всех писали об этом. Итак, задавая вопрос, кто подобен мудрости, мудрецу, автор подчеркивает вообще-то редкость этого явления. И в его время тоже. Мудрым кого именовали? Самого царя Соломона, да? Потому что он просил у Бога мудрого сердца. Он предполагает, что тот, кто обладает этой мудростью, способен как понимать сложные вещи, так их и растолковывать. Потому что этот процесс такой двусторонний. Кроме того, Соломон предполагает, что знание и проницательность положительно влияют на человеческое поведение. Вот еще нет христианства, мы еще не можем говорить о Божьем. Но царь Соломон уже предрекает, что знание и проницательность влияют на поведение так, что у человека, вот как бы изучая, да, какую-то ауру определенную, да, вот в его присутствии ты себя чувствуешь как-то иначе. И об этом и Священное Писание очень часто говорит, рассуждает точно так же. С преподобным или с праведным будешь, а со строптивым, со злым развратишься. То есть окружающая среда очень сильно влияет на нас. Мы же люди с вами социальные существа, мы же не созданы жить изолированно, как кактус в пустыне. Да? Мы должны общаться, мы выстраиваем какую-то худо-бедную коммуникацию с себе подобными. Прежде всего, самими себе, себе подобными, должны еще по-хорошему прежде всего выстраивать коммуникацию с Творцом нашим. Вот. Ну, не всегда и не все этим занимаются, и не везде, но тем не менее, человек – существо социальное. И, соответственно, с кем поведешься, говорит наша поговорка, вот и не наберешься. И наберешься. Мы не мудрецы с вами, в прямом, непосредственном значении этого слова. Но что от нас требуется? Мы должны стремиться к мудрости. Потому что если София – это имя Божие, а наш путь, он так и положен с момента сотворения человека и с момента рождения каждого из нас – это стремление к единению с Творцом, то, соответственно, стремление к мудрости – это тоже одно из наших душевных внутренних устремлений, совершенно естественно для человеческой души. Как можно приобщиться к мудрости? Это очень сложный вопрос. Вот как можно приобщиться к мудрости, когда наше сердце и наша совесть нас постоянно обличают? Как мы можем приобщиться к мудрости, когда наша совесть постоянно или наша душа говорят о том, что мы совершаем преступления, которые отдаляют нас от Творца, которые уводят нас от мудрости? В конце концов, даже слово «грех», мы с вами об этом говорили, «амартия», да? Это вот человек, когда прицелился из лука и не попал. Что значит не попало? Для древних грех, для языческого мира, для эллинов это совершил грех. Не попал. Совершил промах. Иначе говоря, совершил глупость. У каждого из нас, если мы положим да, руку на сердце, это происходит с утра, как проснемся, и до позднего вечера мы промахов или глупостей да, немало у каждого в человеческой жизни. Но мы должны помнить, что если имя Божие нету София, мудрость, то и устремленность ко Творцу, а ко Творцу нельзя подойти просто так, да? В конце концов, в Синайской пустыне мы с вами говорили, Моисей, Господь как говорил, сними обувь твою, ибо это место свято. Речь идет о богобоязненности, и поэтому мудрость без богобоязненности быть не может. Нельзя быть циником или киником, нельзя быть эпикурейцем и приобщаться к мудрости. Это невозможно. Почему? Потому что богобоязненность и мудрость, они идут вместе. Они идут. Так не бывает, что человек Бога не боялся, а Бога не был. Это антиномия, это противоречие, такого не бывает в жизни. Богобоязненность, мы очень часто это видим. Вот пророк Даниил, да, который разгадывал все эти сны других людей, которые даже не его касались, он был богобоязненным человеком, и Господь даровал ему мудрость. Иосиф, который разгадывал сны, там то Патифара, то фараона, мы с вами об этом тоже говорили. Он каким образом это делал? Он был богобоязненным человеком. И они все полагались на Творца. Не так, что вот просто я сейчас пойду и разгадаю какую-то, а
гораху там посижу, совершу какой-то ритуал, и вот мне что-то вечно откроется. Нет, это были богобоязненные люди, и Даниил даже страдал из-за своей богобоязненности. Вы помните, он отказывался и поклоняться этим богам местным и так далее, и стукану, и символу государственной власти отказывался поклоняться выше, чем Богу. Вот. И поэтому, конечно же, все примеры, которые мы имеем, царя Давида, того же царя Соломона, да, они говорят о том, что богобоязненность и мудрость идут вместе. Перевод графа, вот есть еще, который тоже приводится экзегетами. Мудрость освещает лицо и смягчает его черты. Глупость напрягает и придает чертам лица ненужную суровость. Каков человек, каково его жизнь, таково его лицо. В старости лицо человека – отражение всей его жизни, то есть образа всей его жизни. Когда божественная София осеняет человека, искореженные черты лица его выпрямляются, уходит ожесточенность, изможденность, обида, смягчаются черты лица, и оно начинает просветляться. Мудрость просвещает, и лицо становится ликом. Глупость и безумие омрачают. Лицо превращается в рожу. Ну, так и есть. И вырисовывается безучастность, такая суровая рожа, физиономия такая, да, вот. Неприятно. Да. И люди очень часто, если вы заметили, напускают на себя, мы говорим о напускной суровости. Да, особенно это касается людей в должности, в звании, в духовном сане. Никто этого, знаете, да, к сожалению, никто от этого не застрахован. Так, вот теперь следующие три стиха. Повинуйся царю, так? Да. Повинуйся царю, я говорю, повинуйся повелению царя, да. Потому что ты поклялся перед Богом. Не спеши покинуть царя и не отстаивай другого дела, потому что он может сделать все, что ему угодно. Слово царя опасно. Кто может сказать ему, что ты делаешь? Кто повинуется его повелению, не попадет в беду. Мудрое сердце знает нужное время и правильное поведение. Спасибо. Апостол Яков говорит, если кому не достает, а кому не достает? Все. Если кому не достает из вас мудрости, пусть попросит у Бога, который всем дает щедро, без упреков, ему будет дано. Очень легко решается этот вопрос. Никто вас не посылает в библиотеки, нас. Никто нас не посылает в академии. Никто нас не посылает в аспирантуру для того, чтобы стать мудрым. Да? То есть что нужно? Просите у Бога просто. Житие святых возьмем. Жизнь наших предшественников. Да, вот преподобного Сергия Радонежского. Все говорят, о, преподобный Сергий. А отрок Варфоломей, как его звали, да, в миру, он ведь грамоте вообще не был расположен. Учиться не мог. Грамоту не мог. Чем ребенок, отроком уже был. И вот явление старца, да, очень от этого молился много, очень от этого страдал, вот не давалось ему грамота. И все тут. Вот. Старец ему явился, просвору дал. И с этого. То есть ответ на его молитвы был. На его молитвы, его родных молитвы, милой Марии. То есть просите. Это в детском возрасте. Просите, и тогда мудрость будет дана. Для этого, еще раз повторюсь, в аспирантуру никто нас в Священном Писании не отправляет. Вот. А греческое слово София, которое мы с вами говорим, это премудрость, мудрость, умение, это то же самое, что хохма на иврите. Умение, искусство, опытность и так далее. А Григорий Чудотворец говорит, мудрость, если она оказывается в человеке, видна даже по лицу, так как она освещает стяжавшего ее. Как и напротив, бесстыдство изобличает того, в ком она вселилась, как достойного ненависти с первого же взгляда. Конечно, особо не нужно этим увлекаться, да, мы с вами не физиогномисты, чтобы вот прям по лицу определить пороки человека. Вот, но тем не менее. Итак, 2 и 4 стихи. Я, уста царские, остерегайся, не давая Богу гляд. Это мазорецкий текст. Не торопись от лика его уходить, в деле злоб не упорствуй, ведь он творит, что желает. Власть в слове царском, и кто ему скажет, что делать. Если брать экзегетов, то мы с вами обратим внимание на то, что наши отечественные, в том числе экзегеты 19 века, вот под этими стихами, понимают непосредственно царя и царскую власть, то есть государственную власть. А вот если мы берем древних экзегетов, в том числе и блаженного Иеронима, они под словом царь подразумевают творца.
Творца. То есть речь идет для них не просто о... Ну, это, наверное, и положение общественно-политическое и церковное влияет на это. Но вот древние отцы под устами царскими, которым нужно остерегаться, вот, не давая Богу клятву, и не торопиться уходить от лика его, это вот все-таки не земной царь, речь идет не о земном царе. Блаженный Иероним Сидонский, это вот 5 век. «Я храню уста царя и слово клятвы Божией. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в слове злом, ибо все, что захочет, сделай. Как скажет царь, так и сделает, имея власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» Ну да, когда речь идет о царях, чаще всего подразумевается абсолютная власть. И, конечно, кто? Хотя, по-видимому, согласно апостолу, предписывает поминовение царю и властям, в особенности, когда 70 толковников, то есть септуагинта, ставят повелительное наклонение слова «царское храни», но я думаю, что говорится о том царе, о котором Давид сказал: «Господи, силою Твою возвеселится царь», и о котором Писание упоминает в другом месте, показывая единое царство Отца и Сына. «Боже, суд Твой царей дашь, и правду Твоему Сыну Цареву. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Царь сей есть Сын Божий», говорит блаженный Иероним, «Сын Отца Царя. Его-то заповеди должно хранить». Да, какие заповеди земных царей мы храним? «Его заповеди должно хранить, его волю должно исполнять. И это то же самое, что написано в книге Тови: тайну царей добро храните. И особенно внушает то, что мы не толкователи, зачем Бог заповедовал то и другое, но чтобы с благоговейным духом человек спешил исполнять все, что не заповедано. И в законе Господнем будет воля его. А поскольку 70, то есть септуагинта, перевели иначе, поставив и о клятве, и о слове Божьем не спеши от лица его ходить, следует знать, что клятва Божия определена в книгах божественных. Посему об этой клятве, как клятве от слова Божия, священной тайны, мы не должны разговаривать с каждым». Это очень важно. Тайны, которые понимает и осознает своим сердцем верующий человек, он не может с легкостью рассуждать с людьми неверующими или с людьми инославными. Ну, не может. Так не бывает, потому что понятийный аппарат другой, восприятие иное, духовный опыт другой у разных людей. Поэтому на каждому слову, каждому делу, каждому слову свое время и свое место. Мы не должны разговаривать с каждым, выдавать ее и произносить о ней поспешные суждения. И не спеши, как Моисей, видеть лице Божие, и терпи до тех пор, пока сам он не придет перед тобою, и смотри только заднее его. Следующее затем: не упорствуй в слове злом. Мы должны понимать в отношении к тому, кто предзанят еретическим заблуждением, или к тому, кто хотя и имеет веру в церкви, но связан грехами, так что является неверным. Интересно, да, обсуждение Божьего Иеронима? Связан грехами, является неверным. Не упорствуй в поношении, сравнословии, роскоши, сребролюбии, похоти. Если будешь упорствовать, то царь пороков и греха, дьявол, устроит погибель твою и сделает все, что захочет. Это толкование на книгу Экклесиаста Блаженного Иеронима. С 5 по 9 стих, пожалуйста. Кто повинуется его повелению, не попадет в беду. Мудрое сердце знает нужное время и правильное поведение, потому что у всякого дела есть свое время и свой устав. Но несчастье человека – это тяжки, бремени лежат на нем. Человек не знает будущего, и кто может сказать ему, что будет? Человек не властен удержать ветер, так же, как он не властен и над днем своей смерти. Воин не может получить увольнение во время битвы, и нечестивый не спасется своими нечестиями. Так. И так. Еще один стих. Так. Одна участь всему. Все это увидел я, когда решил постичь разумное все, что делается под солнцем. Иногда человек властен над другим, ему во время. Да, спасибо. Тут очень мелкий шрифт. К сожалению. Не знает хранящий заповедь зла, а сердце мудрое час суда знает. Ведь есть срок и суд всякому делу. Ну, об этом в основном часто рассуждают.
больше его самого зло человека. Ведь что будет, не ведает. Что будет, кто скажет? Человек ветру не властелин, заточить ветер, и над днем смерти нет власти. И не выдают на войне, и не спасет зло хозяев своих. Все это видел, обращая сердце свое на каждое дело под солнцем происходящее. Срок, когда властвует человек над человеком, ему во зло. Так, о чем здесь идет речь? Руах. В переводе означает дух, ветер, дуновение, воздух и дыхание. Это греческий синоним пневма. Тоже ветер, дуновение, дыхание, дух жизни, душа, вдохновение, расположение. Да? Дематиковус мы говорили. Когда говорится о том, что человек ветру не властелин, заточить ветер, да, он не может. И над днем смерти нет власти. Здесь же у нас что? Здесь у нас классическая поэзия, да, у нас симметрия. Тут такое противопоставление. Человек не власти над ветром, и над днем смерти не власти. А почему над ветром? Какое отношение ветер имеет к дню смерти? Вот. Вот если мы обратимся к слову ветер, то увидим, что и в переводе 70, и в переводе с масоретского текста. У слова «рух» и слова «пневма» есть еще такое значение, как «дух», «душа», «жизнь». И вот если мы это поставим сюда, то человек не властен остановить или заточить собственную жизнь, душу. Если она покидает тело, то она покидает, что бы ты ни делал. Как говорится, медицина здесь бессильна. Вот, это зачастую мы слышим, к сожалению, достаточно часто. И, соответственно, над днем смерти нет власти. Вот тут уже раскрывается, да, что хочет сказать царь Соломон. Господь умерщвляет, Господь дает жизнь. Это не в руках человека удержать собственную душу. Ну, собственно говоря, об этом даже вот толковники масоретского текста говорят. Никакому царю не обнаружит власть в день своей смерти. Речь не только о царях, как вы понимаете, речь вообще о власти имущих. Или, собственно говоря, о человеке. То есть никакой человек не может обнаружить, даже какой бы он могущественный ни был, власть в день своей смерти. Интересное рассуждение этого раввина. Везде, где речь идет о царе Давиде, в Священном Писании, его называют царь Давид. Встал царь Давид, пошел царь Давид, разбил своих врагов царь Давид, взял жену царь Давид, там, переехал царь, перенес скинию царь Давид, там, хотел построить храм царь Давид. И везде, что бы о нем ни говорилось, его называют Мелех Давид, то есть царь Давид. И однако же в день смерти о нем сказано, и приблизились дни Давида к смерти, и не упомянуто здесь его царство и достоинство. Это раввин так заметил, что в Священном Писании, когда говорится о каких-то деяниях царя, то его титул используется. А когда говорится о его кончине, говорится там, приблизились дни Давида. То есть, да, приблизились дни Иоанна. Никто же не скажет, Иоанна Грозного Васильевича. Помер раб Божий Иоанн, не Иоанн Васильевич Грозный. Душа раба Божьего Иоанна отлетает, понимаете? Без всех этих земных прибавлений. И так же самое и у наших современников. Какими бы мы ни были славными и могущественными на земле, когда приближается одный час и отлетает душа, уходит душа, она уходит душа у представленного раба Божьего. Какой бы он там ни был. Потому что день рождения, он, конечно, может отличить человека от человека, изменить его социальный статус, предопределить. Да? Одно дело, если вы в Виндзорском замке родились, другое дело, если вы родились где-нибудь рядышком. Но день смерти, в каком бы замке вы ни умирали, при каком бы окружении вы ни находились, в день смерти и после смерти мы все оказываемся в одном и том же состоянии. Никакие деньги, никакая власть ничего тут не меняют. Об этом размышляет Раши. А святой Григорий Богослов пишет, никто не будет так силен, чтобы мог воспрепятствовать ангелу, который будет брать у него душу. И совершенно невозможно найти никакого способа, чтобы отменить время смерти. Никакого способа. Совсем никакого. То есть тут абсолютное
понимать. С 10 стиха, пожалуйста, по 13. Еще я видел, что хоронили нечестивых, которые когда-то приходили в храм. Но позже они были забыты в том городе, где творили зло. Это тоже суета. Когда они скоро выносят приговор за преступление, сердце людей исполняется желанием совершить зло. Хотя грешник 100 раз совершает грех и долго живет, все же я знаю, что будет лучше тем, кто боится Бога и благоговеет перед ним. А грешнику не будет процветания, и дни его подобны тени, не продлятся долго, потому что он не боится Бога. Да, вот царь Соломон, мы с вами говорили, да, в самом начале, в Экклесиасте, он предлагает такой определенный маятник рассуждения, и он анализирует различные события в жизни, но прежде всего предлагал нам рассуждать о том, если Бога нет. В чем заключается смысл жизни, если вот без неба мы существуем? Он все это осмотрел и понял, что все есть суета, суета, суета. Но тем не менее, какое бы общество ни было, атеистическое оно будет, там, религиозное, если религиозное, то оно может быть любой конфессии принадлежать. Как бы то ни было, вопросы морали всегда присутствуют. В атеистическом ли это обществе, не в атеистическом, в безбожном, в религиозном, вопрос морали. Ну и чаще всего говорить о справедливости. То есть, что человек хочет для себя? Он хочет справедливости. Вот сейчас мы очень часто озабочены какими вопросами? Социальной справедливости, чтобы у нас были какие-то возможности там, для самореализации жизни и так далее, и так далее. Чтобы старость была обеспечена, чтобы медицинское, да, какое-то сопровождение, чтобы образование имели люди, возможность получить, и так далее, кровь, жилье, пищу и так далее. Мы ведь часто слышим о том, что несправедливости под ним. Часто слышим, правда же? Иногда часто. Мы сами об этом говорили, да, это не является чем-то таким. И вот смотрите, как рассуждает царь Соломон. Уж а кто может судить о справедливости, как не тот, кто находится на вершине власти и просто смотрит. Судебная власть, чтобы вы помните, к царю Соломону там приводили решать различные вопросы. Конечно, царь для Израиля это последняя инстанция. Это суд самой-самой последней инстанции. И вот что он наблюдает. Видел погребенных злодеев. Ну вот знает, да, отъявленный негодяй умер. Вот его погребают. Пришли из святого места. Речь об Иерусалиме идет. А в городе, где так поступали забытые, это ничто. Когда читаем, здесь несколько переводов, Назарецкий, когда читаем наш перевод, то еще я видел, что хоронили нечестивого, вот хоронили, которые когда-то приходили в храм, но позже они были забыты в том городе, где творили зло. И это тоже суета. Когда не скоро выносят приговор за преступление, сердца людей исполняются желанием совершить зло. От того, что быстро не вершится суд над злыми делами, наполнено ими сердце людей делать зло. Да, человек, когда видит, что преступление не наказывается, а может быть и вообще не наказуемо, конечно, никаких ограничений нет, и человек может совершать преступление. От того, что грешник творит много зла, он себя унимает. Однако я знаю, что боящимся Бога, страшащимся Его, будет благо. Но злодею благо не будет, дни его, как тень, не продлятся, ибо Бога он не страшится. Я знаю, что лучше будет тем, кто боится Бога и благоговеет перед Ним. Грешнику не будет процветания, дни его подобны тени. Но тут что интересно. Видел я, что хоронили нечестивых, которые когда-то приходили в храм, но, похоже, они были забыты в том городе, где творили зло. Когда хоронили этих нечестивых, то приходили к ним как к благочестивым. Забыты были их преступления, а они были преступниками. И он рассуждает о том, что ну, да, при жизни есть люди, ну, скажем, человек не рукопожатный, о каком человеке так говорим? Человек, который совершает преступление. Да. А если такой человек умирает, он остается нерукопожатным? Умирает, да, наверное, остается. Вот в некоторых обществах, даже для умерших, продолжала оставаться вот подобное моральное осуждение или осуждение.
Ну, например, если человек жил плохо, а потом еще руки на себя наложил, их не хоронили на общем кладбище. Сейчас хоронят, а раньше не хоронили. Вот. Если человек был преступником, разбойником и умирал, не приходили его оплакивать. Отъявленного негодяя не приходили оплакивать. В наше время? Конечно, тогда даже больше. И царь Соломон тоже удивляется этому, хоть он и царь, хоть он и видел этих преступников в храме, который построил сам. Но ведь все забывается, говорит он. Забыли их преступления. Понимаете? Забыли их преступления. Хоронят их с почестями. Но я знаю, говорит он, от того, что грешник творит много зла, он себе ничего хорошего не делает. Злодею блага не будет, говорит он. А где не будет? Если он жил как злодей, помер, его еще с почестями хоронят. На суде Божьем. Хоронили нечестивых, приходили, отходили от святого места, и они восхваляемы были в городе, где они совершали свои преступления. Вы только вслушайтесь в это. Хоронят преступника и хвалят его в городе, где он совершал свои преступления. Где знали, кто они такие. Да. Да, да, да. Этому удивляется царь этого государства. Да. Ну, святое место понятно, потому что речь идет об Иерусалиме, да. На святом месте, в святом городе, беззаконники сподобились почетных похорон. Люди приходили, уходили, и нечестивых хвалили в этом городе. Это действительно происходит и происходит нередко. Многих людей, повинных в гибели большого количества, немалого количества своих соплеменников, ну, предположим, хоронили на Красной площади у Красной стены. Да. Помимо выдающихся государственных деятелей, сколько преступников, чьи руки обогрены кровью своих единоплеменников, там похоронены. Пройдитесь, посмотрите, почитайте эти фамилии. Ну, хорошо, это мы говорим о прошлом. Мы будем говорить, что в современной нашей истории что-то изменилось. Все то же самое. Примеров на самом деле очень много. Безнаказанность, говорит царь Соломон, порождает наглость. Наглость совершает преступления. Какие еще преступления вокруг творятся, да, тут как бы и говорить не приходится. И кажется, что небо молчит. И поэтому возникает, сама собой рождается, такая поговорка, несправедливости на земле, несправедливости под небом. А кто-то говорит, нет, ее и выше. Вы с этим согласны? А я, пожалуй, соглашусь. Я, пожалуй, соглашусь, справедливость – это не удел дикеева, да? Это не удел неразумной твари. Справедливость – это то, что присуще разумному человеку. И, казалось бы, кто должен справедливо поступать на земле? Человек. Но мы знаем, что человек грешен. И поступать по справедливости не может. И апостол Павел, рассуждая об этом, говорит, того хорошего, чего хочу, не делаю, того злого, чего не хочу, совершаю, бедный, несчастный, я человек. А, как еще говорят, а нет справедливости выше. Вы с этим согласны? А я, пожалуй, соглашусь. Я так не понимаю. Потому что, когда мы говорим о том, что Бог есть любовь, тогда мы по неволе должны согласиться со святыми отцами, которые говорят, не называйте Всевышнего справедливым судьей. Потому что если бы Господь был справедливым судьей, не грешники вокруг тебя, ты бы не прошел ни минуты после тех преступлений, которые совершил, но живешь. Поэтому, знаете, христианин не должен играть в эти языческие игры по поводу того, что вот всякое преступление вот сейчас Боженька тебя накажет, а вот добродетель, это значит, вот сейчас ты получишь обязательно что-нибудь, какую-нибудь там монеточку с неба и так далее. Но мы же с вами не дети, чтобы играть в эти достаточно распространенные языческие представления о морали, которые потом перекочевали не в религиозное, но в безбожное общество. В советской, да, но там это как бы, там нужно было всегда поощрять добродетель и наказывать. Иначе не существует это общество. Но долго оно не просуществовало. Да. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что не пришел бы Христос на землю, если бы люди могли бы жить справедливо.
пришествия Христа в нем смысла бы не было. Зачем Господу воплощаться, если мы можем самостоятельно, справедливости идти, зло наказывать, добро у нас торжествует? А зачем нам тогда Господь, если мы это можем делать? Но Господь пришел, когда пришла полнота времен. Что значит полнота времен? Когда беззаконие уже были по самое... Вот, понимаете, о чем идет речь? А не пришел бы он, если был бы справедливым, он бы еще раз потом послал или землю бы уничтожил. Зачем воплощаться? Зачем спасать нас с вами? Какой смысл в этом? Смысл христианства-то в чем заключается? В том, что Бог есть любовь, и Отец посылает единородного Сына, чтобы мир не погиб. А посылает на что? На крестную смерть. Не править, не управлять, не владычествовать, а родиться где-то кесарем забытым. В Вифлееме, который никому не нужен, да? Еще и не в городе, а в вертепе, в пещере, где сход куда загоняют, да? То вот там родиться и умереть, и пройти еще путь до Голгофы, быть всеми презираемыми, иметь крышу над головой. Это пример такой любви жертвенной, которую, ну я не знаю, кто еще может повторить. Поэтому вот как бы слово «справедливость» в нашем понимании, да? Когда мы хотим, чтобы зло было наказано, а добро торжествовало, оно здесь как-то нивелируется. Вот если мы посмотрим с двух сторон, оно тут как-то, оно даже неуместно, ему как-то даже и непонятно, как присутствовать справедливости между такой жертвенной любовью и таким адом, который мы с вами творим, создаем вокруг себя. Здесь нет места справедливости на самом-то деле. Поэтому и он, Соломон, этому удивляется, но только выходом не видит. Выхода не знает. Он царь. Представляете, последняя судебная инстанция во всех делах в этом государстве, а как решить этот вопрос, он не знает, потому что весь мир так живет. Что ему-то делать? Но как-то вот как верующая душа, он говорит, я все-таки, да, что боящийся Бога, им будет благо. Ну должно же так быть, но такого нет. То есть это нужно быть очень верующим человеком, чтобы все-таки ожидать. А ожидание такого блага связано только с ожиданием Мессии, только с ожиданием Христа для Ветхого Завета. Потому что иначе никак, иначе никакого смысла нет. Это он в Ветхом Завете так уже говорил. Да, в Ветхом Завете. А по сегодняшнему нашему рассуждению будет как? Ой, Мак, ну это вы меня спрашиваете? Да, да, да. Ну у нас уже есть, мы уже искуплены, так можно сказать, правда? Вопрос этот уже не стоит. Правда? Как задавал на Соломон. Сколько бы грешник не совершал преступления, не будет никогда им совершено человеком на земле такого преступления, чтобы он от милосердия Божьего был оторван. Даже если он спустится до самых глубин ада, никогда не будет совершено руками человека, мыслями человека, сердцем человека такое преступление, чтобы милость Божия его не покрыла. Нет такого греха, который Бог не будет. Конечно. Речь идет о чем? Речь идет о спасении человека. Ибо не тянет Бог с наказанием, долготерпит, чтобы спасти. Это очень вопрос такой сейчас. Ну а те, кто получил возмездие, долготерпит. Ну смотря это вопрос. Я еще раз повторяю, справедливость, это то, справедливость, это то, что видит наш глаз. Это то, о чем мы рассуждаем, да, на этой земле. Потому что мы, как царь Соломон, сейчас по земному судим. Да? И вот там, я не знаю, хотел преступник совершить преступление, раз его молнию ударил, он умер. И все сказали, наконец-то. Ну, такое чаще всего в театре бывает. В жизни мы не часто это видим. Но... Да, но в кино это часто показывают, вообще Химлер должен быть, да? Но царь Соломон говорит, вот я вижу, умирает преступник, его с почестями хоронят, и не помнят о том, что он совершил. Говорят, о, какой человек умер. Ну и здесь тоже. Понимаете? Это же одно такое преступление, которое человек увидит, оно же переворачивает всю картину, да? И он приходит домой и говорит, нет справедливости. Несправедливость. Или человек жил, совершал добрые дела, ну, был, не совершал злых, умер от страшной болезни, мучения. И что, как мы с вами это будем объяснять? Никак. Да? Вот спросит нас человек молодой, да, ребенок спросит, а как так? И что мы скажем? О какой справедливости мы с вами скажем? Конечно. Поэтому христианин, он не смотрит, еще раз повторюсь, он не смотрит глазами обычной морали. Он не смотрит глазами языческой морали, с которой мы рождаемся и которую нам предки оставляют.
Христианин выходит из этой скорлупы. Он ее разрывает, да. Христианин знает о Христе, о чем мир не знает. И, соответственно, судит с точки зрения Христа. Христос что сказал? Ударь я тебя по правой щеке? Он не сказал, размножь голову. Он сказал, подставь левую. Попросили у тебя одну меру, дай две. Попросили у тебя одежду, все сними с себя. А Ветхом Завете око за око. А Ветхом Завете, да, око за око, зуб за зуб. Вот кто мы с вами? Мы вроде бы именуемся христианами, а рассуждаем как? Рассуждения наши, что изобличают в нашей душе? Мы Бога кем хотим видеть? Тем, кто пришел распяться с разбойниками? Это же фарисеи такой. Мы праздновали неделю, мы даряли фарисея. Да, он, извините меня, десятину на добрые дела отдавал. Религиозным лидером был, молился. А кто такой налоговый сборщик? Налоги собирал на ту власть, которая захватила страну. Это там не говорится, но это же он не просто много брал, он еще на оккупантов эти деньги брал. Понимаете? На оккупантов. Вот представьте себе, как это должно быть. Скажем, там, я не знаю, на оккупированной территории там нацистам Германии налоги отдавать фашистам. Да? Вот представьте себе, это каково было. И что говорит Господь? Вышел тот оправдан, а этот нет. Кто вышел неоправданно? Верующий человек, на добродетель жертвующий. А как? Почему? Ну, потому что он сам себе оценку дал, поэтому оправдывался. А мы с вами что делаем? Мы не сами оценку событиям даем, которые видим. Тоже сами даем. Ну, сейчас вы понимаете, что преступника сейчас вера, это закваска. Вот насколько она заквасила тесто, настолько оно и пропечется, и хлебом и будет. Да? Вера – это ростов. Вот насколько он вырос, настолько в нем птицы и смогут сесть в тени. Да? Вот о чем речь идет. То есть человеческая вера, она преодолевает то, что в естественных условиях никакими социальными изменениями, реформами, революциями, чем бы мы это ни хотели изменить, мы изменить не можем. У нас этого не получается. У нас это просто не получается. А вот когда, хорошо, вот в Ветхом Завете, там даже если убил человека, то нужно мстить до седьмого колена, если я не ошибаюсь сейчас там. Получается, ранее... А даже города были, да. Куда нужно было убежать и спрятаться. Да, вот. У нас в Абхазии, знаете, как было? У нас вот две части Абхазии, в одной совершил преступление, кровники за тобой гонятся, бежали в другую. А там уже продолжали жить. Если там совершил преступление, убежал, тоже в своего рода города-убежища, как и в Израиле. У нас вот так вот есть некоторые фамилии, часть которых живет в одной части, часть в другой. А почему? Потому что их предки скрывались от возмездия, под патронажем каких-то других общин. То есть это нормальное явление для Ветхого Завета. Это нормальное явление. Вполне нормальное, логичное явление. Да. Конечно, конечно. Око за око, зуб за зуб. И многие народы по сей день так живут. Так и живут. Ну вот в том же Израиле, да? Святая земля, мы говорим. Святая земля, такие святыни. Ну вот со дня основания этого государства не заканчивается кровь, которая там, ну не заканчивается. Почему? Потому что два противоборствующих народа, которые там живут, ну родственники, между прочим, родственные народы, абсолютно родственные. Евреи даже когда восстанавливали язык иврит, когда произношения какие-то были утеряны, сохранились только в диалектах, у арабов заимствовали, потому что арабы как близкий семитский народ, они эти произношения, эти гортанных там и прочих, они лучше сохранили. Вот. И что? Кровь эти продолжает литься. Итак, 14 стих, пожалуйста. Есть еще нечто суетное, что случается на земле. Праведник получает то, что заслуживает нечестивый, а нечестивый получает то, что заслуживает праведник. Вот вам справедливость. И как? Как мы будем дальше жить? Григорий Чудотворец. Величайший же благоговейный страх перед Богом, потерявший который нечестивый немного времени будет пользоваться своей глупостью. Да, да, это как бы да. Блаженный Иероним говорит. Я увидел, что нечестивые умирают с таким мнением и погребаются так, как бы они считались на земле святыми. Да, такое бывает. Такое бывает. Происходит это от того, что никто не осмеливается противоречить грешникам. Хотите справедливости? Будьте справедливы сами. Справедливость, она же от человека разумного исходит, да, существа разумного. Так будьте справедливы. Нет, мы хотим, чтобы справедливость была по отношению к нам, а сами мы. Итак,
Это происходит от того, что никто не осмеливается противоречить грешникам. И Бог не тот час восстает за беззаконие. Свидетельством этим может пользоваться против епископов, говорит Блаженный Иероним, которые получили власть церкви, а между тем более соблазняют тех, кого они должны учить и возбуждать на лучшее. Ну, епископос – это не просто епископ, это все духовенство. Сейчас не именно епископы. Такие после смерти часто восхваляются в церкви. И то преемниками, то народом публично провозглашаются блаженными за поступки неодобрительные. Это не я говорю, это говорит Блаженный Иероним, что после смерти духовенство, которое совершало преступление и соблазняло народ, объявляется и провозглашается блаженным за поступки неодобрительные. А дальше говорит, ну и это суета. Трудно обвинение на епископа, ибо если он согрешит, то не верит. А попробуй сейчас скажите про какого-нибудь священника что-нибудь. Вам устроят АУТДФ. Ибо если он согрешит, не верит, а если будет обличен, то его не наказывают. Пятый век. Мы с вами в каком живем? Ну хорошо, епископы, ладно, что власть имущие как-то по-другому, что чиновники как-то иначе. Круговая порука присутствует не только в церкви, как в организации, а и в государстве, и вообще в социуме присутствует. То есть мы с вами кого-то знаем, скажут про него, не поверим, обличат, каждого грехе скажем и простим, потому что свой. Но чужого, вот чужого обличим. Но это не так. Это не так, мы же с вами взрослые люди, это видим кругом рядом, да, это не какая-то там. 14 стих. Бывает нечто происходящее на земле, бывают праведники, которым воздается словно по деянию злодеев. Бывают злодеи, которым воздается словно по деянию праведников. Сказал, что и это суета. Можно сказать, а где справедливость? Вот мы с вами память святого Иоанна Златоуста отмечаем. Мы знаем, что это святой. Мы почитаем его великим учителем церкви. Литургию, которую мы совершаем, ну сегодня нет, в субботу, которая совершается, это, и по воскресным дням после Великого Поста будет совершаться литургия опять Иоанна Златоуста. А как он умер? За что его, человека, который просто был пресвитером, он не собирался быть никаким патриархом, нигде, никуда. Вот этого священника взяли, сделали архиепископом. Ну хорошо, ты сделал его архиепископом. Потому что он красиво говорил, он должен был услаждать слух императора. А он взял и начал императрицу осуждать, сановников осуждать. Коммунист такой оказался на престоле. Зачем, говорит, вам эти деньги на эти храмы? Взял, там его предшественник собирал деньги на величественный храм. С кого собрал? С богатых собрал в Константинополе, в Новом Риме. Златоуст пришел, все деньги отдал нищим, накормил их. Вельможи за голову схватились, мы же эти деньги не на нищих, а на новый храм, на обновление храма собирали. Он говорит, храм сегодня есть, ну, храм вы всегда можете посмотреть. Вот они, Христос стоит перед вами, говорит Златоуст. И знаете, как люди послушали такого архиепископа, сказали, что это тут. Вот. А когда он начал обличать императрицу, Евдоксию, да? Вот. Когда он начал обличать супругу императора за ее злодеяние, ну, тут уже сказали, ну, ты сам себе подписал приговор. И что? Его собратья епископы собрались и осудили, без всяких проблем. А потом, когда его в ссылку отправили, ссылка это что? Это значит, он движется со своей охраной, да? И останавливается же в каких-то городах, прежде чем доберется. Везде, пишет сам Златоуст, куда бы он ни приходил, народ встречает его радушно, несут ему продукты. Епископы прячутся. Епископы прятались. Уверяю вас, те епископы, которые после его канонизации будут петь ему службы. Вот. Но при жизни, когда он был сыном, прятались от него, чтобы не приведи Господь, никто не сообщил Константинополь или императорской власти, встретили, да, и пообщались. То есть, вот такие лицемеры. На всем пути его следования были. На всем пути его следования. Это не еретики были, знаете, это православные были. Православные. То есть, народ идет встречать, епископы прячутся. Не дай Бог не пересечься. Бывает нечто, происходящее на земле. Да. Бывают праведники, которых словно злодеев. Загнали его в команы,
да, загнали его в куман, а потом еще дали приказ гнать этого старика так долго, чтобы он по дороге выдохся и помер. Но со стороны можно было сказать, это ж какой грешник должен быть, чтобы и кафедры лишился, или вот так вот и в пути и скончался. Это же с точки зрения справедливости казнь грешника, наказание грешника, а мы с вами его святым. А потом императорский сын приехал, взял эти останки, да на себе их водопривёк, встречал как архиепископа, положили это вот в храме его мощи и так далее, и провозгласили его вселенским учителем, да восстановили после смерти. А сама смерть, сами горения, они какими были? Были как у преступника, как будто он преступник. Сам, что ни на есть настоящий. Вот такого Иоанна Златоуста, вселенского учителя, мы с вами почитаем. Поэтому Соломон, который это видел за тысячелетие, то Иоанна Златоуста и говорит, бывают праведники, которым воздается словно злодеям. А бывают злодеи, которым воздается словно праведникам. Сегодня кто служил службу? Нет. Кто сегодня служил службу? Я службу кто совершал? А с точки зрения указа? Да, патриарха Московской всей Руси, извергнутый из сана иеромонах. Но мы знаем, что это не поступает. Подождите. Так вы же говорите о справедливости. Мы-то знаем. Вы же говорите о справедливости. Ну да, но мы это знаем. С точки зрения справедливости. Ну нет. Изверженный из сана патриархом и судом своего архиерея человек сегодня совершал литургию. Вы же справедливости хотите? Не, ну это несправедливо, мы знаем, поэтому мы это не признаем. Мы народ не признаем. Мы да, но сейчас сила в том, что мы знаем. Да, мы знаем, что это фейк. Это католик. Это не фейк, это указ патриарха. Не, ну он это, он неправильный указ, мы же знаем. Ну это да, это может его знать. Ну народ не знает. Но мы-то кто? Мы сознаем, что с точки зрения справедливости. Справедливо, где вы там справедливо? 15 стих, пожалуйста. Итак, я воздавал хвалу веселью, я воздаю хвалу веселью, потому что нет ничего лучше для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. И радость будет сопровождаться его в трудах во все дни его жизни, которые Бог дал ему под солнцем. Вот, мы же говорим о жизни под солнцем. Слушайте, ну ужасы, да, мы с вами перечислили? Ну теперь царь Соломон, он же тоже человек, вот сидит, посмотрел, что он написал. Видимо, сам тоже прочитал, дальше говорит. И я восславил веселье. От того, что нет человека, благо, человеку благо под солнцем. Мы же под солнцем, да, смотрим с точки зрения нашей земной жизни. Ничего хорошего под солнцем нет. Живешь ты плохо, умираешь хорошо. Живешь ты хорошо, умираешь страшно. Еще и после смерти никакой смерти. Все. Нет человека, благо под солнцем, только есть, пить и веселиться. Да? Есть, пить и веселиться. И будет труд сопровождать дни его жизни, которые дал Бог ему под солнцем. Получается такое мещанское счастье, правда же? Такое среднее мещанское счастье. Ну действительно, мещанин, он почему мещанин? Да, ну вот моя хата всегда с краю, я никуда особо не лезу, политикой не занимаюсь, религиозные распри не лезу, еще какие-то распри не лезу, живу спокойно, где-то тружусь, какой-то кусочек хлебушка себе зарабатываю, слава Богу, не голодаю, и все, оставьте меня, не трогайте меня. Так сказать, не прикасайтесь. Ну, вот я живу такой вот своей. Да. Представляете, если еще такое общество. Не только отдельная личность, а общество такое. И казалось бы, что к мещанскому счастью присылает нас Соломон. Да, так было бы, если бы он был бы философом. Но это царь Соломон, он еще и пророк. Так, не стремись в облака, там правды нет, не твори зла, хотя ты и не будешь наказан свыше. Вот. Хорошего в этом ничего нет. Похвали веселье и успокойся. Можешь стол накрыть, повеселиться по какому-нибудь случаю. И слава Богу. Ничего лучшего нет. Лучше этот синица. Да. И так далее. Понимаете? Трудись, не забывай есть, пить и веселиться. Но за облаками есть солнце правды. Вот теперь опять, Марк, как христиане, мы что можем об этом сказать? Согласиться с мещанским счастьем? Как христианин, то, что на земле, это хорошо, что мы не знаем то, что на пред Божьим судом. Вот вопрос, неужели ничего, кроме радости есть и пить, у нас не осталось?
Есть пить и веселиться. Ну, бывает и труду тоже. Давайте послушаем Григория Чудотворца. Часто же распространяется между людьми самое худшее и самое ложное мнение, как о праведных, так и неправедных. Ну, худшее и ложное о праведных – это значит со знаком минус. Худшее и ложное о неправедных – это значит со знаком плюс. Ибо о том и другом думают противоположное действительности. Григорий Чудотворец. Вот блаженный Августин, величайший отец Западной Церкви, говорит. Экклесиаст, когда говорит, несть благо человеку, но только, то есть нет ничего лучшего, только есть, пить и что другое, сказать, как не то, что относится к причастию, той трапезе, которую предлагает из тела и крови своей посредник Нового Завета, священник почитанный Мельхиседек. То есть вот этот стих, о котором говорит Соломон, это вовсе не мещанское счастье. Это ничего общего с мещанским счастьем не имеет. Это вот что. Иисус сказал им, скоро мы будем этот четверг с вами отмечать. Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, обрел вечную жизнь, и последний день я воскрешу его. Плоть моя истинная пища, кровь моя истинная питье. Это вы слушаете за каждой другие. Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне живет, и я в нем. И подобно тому, как я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест меня, будет жить мною. Вот хлеб, сошедший с небес, он не таков, как хлеб, который ели отцы, ибо они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить. Он имеет жить. Моисея в пустыне, да? Да. Ну и все остальные, там, все предки. Все предки, которым очень гордился народ. Да. Очень гордился народ. Это Евангелие от Иоанна. И это очень и очень важно. Потому что Господь-то приходит для того, чтобы разорвать представление, уничтожить. Но не так, чтобы, знаете, как революционеры, истребить всех носителей предыдущих взглядов и насадить новых. Нет, 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 совсем не так. Это происходит в Сионской горнице. Сионская горница, это, конечно, звучит очень, может быть, для каких-то ушей пафосно, это просто каморка, да, где собрались они, которая была приготовлена для совершения пасхального обряда, пасхальной трапезы. И все. Просто каморка, просто комнатка. Да, комната. Да, просто небольшая комната, где собралась вот эти вот 12 апостолов, да, вместе со Христом. И речь идет о том, что Господь учреждает Новый Завет. Вот мы с вами говорили о морали, о справедливости, о том, о сём. Мы с вами говорили о Ветхом Завете, об оки за око и так далее, и так далее. Мы с вами говорили о потерянном рае. Ну хорошо, и вот Соломон подвел черту. Я вижу, что мир несправедлив, я вижу, что ничего в нем нормального нет, и он говорит, все есть суе, да суе. Хелель, ахебель, то есть вот воздух, который колеблется при разговоре, он ничего не меняет, это воздух. Да? И томление духа. И томление духа. Безуспешное ничего, совершенно ненужное, никчемное, что тебе переживать, поэтому мы говорим. Господь приносит Новый Завет. Он говорит, вот теперь я творю все новое. Я заключаю с вами новый договор. Новый договор не подразумевает Ветхого Завета. Почему? Потому что Ветхий Завет и совесть – это одно и то же. Все, что говорит совесть человеку, то прописано в Ветхом Завете. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, почитай Бога, там, не будь безбожником, твори добро, в общем, остерегайся зла. Да, вот, собственно говоря, весь Ветхий Завет. То же самое говорит совесть. Практически все моральные устои многих народов, они очень похожи. И для этого не нужно принимать христианство, чтобы говорить о ветхозаветной морали. Ветхозаветная мораль, она едина. Вы что, думаете, у славян ее не было? Вы думаете, у германских племен ее не было? Вы думаете, что в других землях ее не было? Она везде была. Ветхий Завет был везде. Чего не было? Не было Нового Завета. А Новый Завет заключается совершенно другого. Ну, слушайте, когда он говорит, вы знаете заповедь, а прелюбодействие, предположим, да? А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердце свое. Скажем там,
не убей. Кто гневается на брата своего, тот уже повинен смерти. Кто называет брата дураком, повинен Синедрион. Это Верховный суд. Бейдин. Да? Верховный суд. А как это так? Это насколько тоньше вводится восприятие, да, вот этих принципов, о которых мы сказали, при которых уже говорить, если вас спросят кто-то, а чем христианин отличается от нехристиан, вы знаете, он не ворует. Это уже стыдно сказать. Это уже что значит не ворует? Что значит не ворует? Не ворует, это в Ветхом Завете. А если христианин не ворует, тогда это стыдно, а что значит не прелюбодействует? Об этом стыдно говорить. Это совершенно другое. Речь идет не о прелюбодеянии, речь идет не о преступлении, речь идет о том, что Бог отдает свою жизнь за людей. Этого не было в Ветхом Завете, и этого не знают язычники. Бог отдает свою жизнь за людей. И это отправная точка для христианской жизни. Понимаете, не то, что он справедливый, не то, что он всех накажет, не то, что он нас создал, а то, что он отдал свою жизнь. И поэтому он говорит... Если не будете пить эту кровь, которая пролилась за вас, и есть эту плоть, и пить эту кровь, да, вы не будете иметь вечность. Потому что вечность, она от вечной любви исходит. Она не исходит от вечного царя, от вечного воина, от вечного там еще кого-то. Она исходит от вечной любви. При которой говорить там, я не убил, я не украл, это уже стыдно. Мы о мыслях уже говорим, а не о поступках. Да. И последние стихи, пожалуйста. 16-17. Тогда я решил познать мудрость и понаблюдать за трудом человека на земле. Его глаза не видят сна ни днем, ни ночью. Тогда я увидел все, что сделал Бог. Человек не может постичь того, что происходит под солнцем. Когда бы человек не старался постичь этого, он не сможет найти смысла. Даже если какой-нибудь мудрец скажет, что он-то знает, на самом деле он не постиг этого. Совершенно верно. Частичное знание, он говорит о частичности знания. То есть он говорит о том, что сколько бы человек ни трудился в исследовании, исследовать все, что происходит под солнцем, человек не может. Понять всего, что происходит под солнцем, человек не может. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость, обозреть дела, то что в ответ получил? Тоску и разочарование. Ну что такое суета-сует? Что значит, когда зло вокруг торжествует? Да? Царь сидит, ну другой бы спился. Я не знаю, еще бы чем-то там, себя бы, чем-то бы себя наказал. А это вот вера дает возможность для Соломона в грядущей Мессии обретать смысл. Праведники Ветхого Завета ждут Христа, который их освободит от этой причинно-следственной связи. А для нас Христа, который был, и второе пришествие, которого мы ожидаем. Вот этот период существования Церкви, мы эту Церковь как называем в этот период между двумя пришествиями? Церковь воинствующая. Она еще не торжествующая. Потому что те принципы, которые мы проповедуем, они еще не восторжествовали. Они еще не восторжествовали. Поэтому называется церковь воинствующая. Но эта воинствующая битва, она происходит не при помощи динамита, бомб, крестовых походов, там еще. Она идет, ну как Достоевский говорит, она идет в сердце каждого человека, где Бог борется с дьяволом за каждую душу. Ну на этом мы с вами заканчиваем. Есть ли вопросы? Если вопросов нет, тогда помолимся. Достойный есть оповестен Ваше Дитя Богородице, Преснодушение, Грехи Боровщий, Ради Бога нашего, числе Херувей, Сомнящий, Бессомнений, Серафим, без истления Бога, Слава Рожьего, Случаем, Богородице, Тебя Величаем. Спасибо.